Привет, Нова, привет, YouTube, с вами Демольфтет. И вот Александр недавно буквально высказался по поводу моего видеоролика, выложенного в группу Нова и также в некоторые другие группы, находится на данный момент еще и на YouTube. Выложил свое мнение по этому видеоролику, причем мнение весьма нелестное. Ну, так сказать, обзорный видеоролик, и я что-то решил подействовать как персонажа игры Ботва, сделать такую контратаку, обзор на обзор, ну, потом, я думаю, сделает обзор на обзор на обзор, и потом я сделаю обзор на обзор на обзор на обзор, а он попытается сделать обзор на обзор на обзор на обзор на обзор, но запутается и сдастся. Ладно, кроме всего прочего, перейдем к сути. В данном видеоролике Александр подробно разъяснит нам, в чем же я ошибся, отсняв свое видео и ТС-2МП, часть 2. Всем привет, народ. Здравствуй. И сегодня я хочу обратиться ко всем тем, у кого еще осталась совесть. Дело в том, что одним из участников нашей компании было выложено в сеть видео, которое представляет под удар всю компанию. Это что это? А кто это сделал? Это проявление неуважения к нам, к нашей компании. Не, вот давай так, когда я всех назову каким-нибудь очень нелицеприятным словом, тогда будем считать, что я оскорбил компанию. Вот сейчас не надо, пожалуйста. И так далее. Лично данный видеоролик ставит под удар конкретно трех человек. И в нашей компании это мистера Фокса, основателя компании, Кинга, директора компании Ватаканова и меня, инструктора. Ребят, вы что, мне как опекуны подписались там где-то в каком-то документе? Потому что данный человек лично у меня прошел, просто идеально прошел инструктаж, сдал вождение, парковку, и все было хорошо. Я уже владел, так сказать, обрадовался, что вот адекватный народ пошел. Но на этом все, так сказать, и закончилось. Позавчера в нашу группу попало вот это вот видео. Попало? Ну, вообще-то, я его как бы записал, я его сюда и выложил. Под которым вы видите кучу комментариев. Ну вот, видите, им весело. Зато нам будет не весело. Если не дай бог что. Лично я вот поддерживаю данную ситуацию и поддерживаю вот эту вот ситуацию. А я поддерживаю вот эту вот ситуацию, потому что скрин действительно хороший. По 2 лайка, вообще пацан сказал, как отрезал. Давайте вернемся опять к основному, так сказать, содержанию этого видео. Со слов участника нашего данного видео, точнее, простите, пожалуйста, данное видео было снято им на втором сервере, не на первом. Ребят, какая разница, на каком сервере было снято видео? Братуль, мне тебя надо было записать в ТС, и как ты мне разглагольствовал, что я со спидхаком играю. Человек нарушал все возможные правила. Конечно, данное видео длится всего 8 минут и 1 секунду, но этого достаточно, чтобы поставить всех нас под удар. Давайте же посмотрим, что оно из себя представляет. У меня буксует. Ни фуллскрина, ни монтажа. Мне что, за тебя всю работу делать? Вот тут такой странный прицеп, его с одного боку видно, если посмотреть, а с другого нет. Это у тебя глюк видеокарты пошел уже. Это глюк видеокарты. Ясно, и чё, это нормально? Но я не скажу, что это нормально. Я когда газ, смотри, сейчас боком. Просто, ребят, это реально. Вот это что? Вот это сейчас было. Что это такое? Мне кажется, это прицеп с коровами, который багнулся и начал вести себя как воздушный шарик, не? Не, ребят, это просто без комментариев. Вот реально.
Вот сейчас смотрите, будет еще кое-что, что меня просто повергнет в шок. Так, вот, смотрите. Ой, блядь! Во-первых, в видеоролике стоит куча мата. Я пытался не придираться к словам, но начнем с того, что мат не может стоять. Это нецензурная лексика, в видео она может только присутствовать. Это первое. Второе. Мой канал имеет вообще стилистику съемки видео 18+. То, что в этом видео действительно много мата, даже слишком много, даже для моего канала, это я знаю, потому что видео записывалось в прямом эфире, и текст для него не прорабатывался. Это уже большой минус данному, так сказать, человеку. Я искренне надеюсь, что он будет забанен администрацией Евротрак Симулятор 2 мультиплеер. Его ник будет показан в конце видеоролика в титрах. Как мы слышали в начале видео, если меня забанят, под удар попадет компания. У меня вопрос, так чего же ты хочешь, чтобы меня забанили или чтобы компания не попала под удар? Я очень надеюсь, что данному человеку влетит по самые щи. Смотрите, что он делает. Смотрите, что он делает, сказал он, глядя на мой грузовик, стоящий на полосе со включенной аварийкой. Это просто реально проявление неадекватности и неуважения к другим игрокам. Вот сейчас что будет, смотрите. Кто так ездит? Вот что это такое? Вот кто так ездит? Блять, хули он стоит и смотрит? Так ездят только школьники. Давно хотел тебе признаться, я учусь в 5 классе средней школы. Это, опять же, я повторяю, не раз повторяю и буду повторять. Это проявление неуважения. Кому неуважение? Вот к этому чуваку, который получил кучу лузов, посмотрев на то, как я перевернулся? Я буду требовать увольнения данного человека и в нашей компании. В общем, таким людям только позор. Только позор таким людям. Я искренне надеюсь, что он будет забанен в ближайшие дни администрации мультиплеера. А за что? Просто так. Это что сейчас было? Если ты задаешься этим вопросом, я просто думаю, тебя никто ни разу не опрокидывал. Офигенно. Чувак дрифтует, им весело. Зато и другим игрокам, которые находились поблизи их, будет очень, так сказать, не весело. Езда по встречке. Единственное мое нарушение в этом видео. Езда по встречке в 2 часа ночи на пустом сервере. Виноват. Ребят, езда по встречке. Вот, блядь, едет нахуй. Что это было сейчас? Ребята просто реально нарушают все, что можно. Ребят, в принципе, я думаю, всем нам уже понятно. Сейчас я покажу вам титры. Сейчас вы увидите никнеймы всех этих товарищей. Ну, это не наш человек, до него он несем ответственности, тоже не наш. Вот, запомните этот никнейм. Вот этот человек нарушает все дозволенное. Один раз на пустом сервере выехал на встречку. Это все, что мне дозволено. Какой ужас. Вы все видите его нарушение. Это езда по встречной. Подрезание там. Вот эта вот фраза «подрезание» там напомнила, знаете, такой случай, когда ученик стоит у доски и пытается вспомнить, а что же он должен сказать. Чечечкое нарушение всевозможных правил и мер дозволенного, так сказать. Всем спасибо за просмотр данного видео, конечно, не очень оно и хорошее. Администраторы мультиплеера, я обращаюсь к вам. Я скажу это на английском языке. Hello admins. Please ban this player. This player is
Bad Driving, Euro Truck Simulator 2, True Euro Server, Thank You. Как бы не очень, конечно, корректное обращение к админам, но тем не менее, основную мысль, я так сказать, выразил. Я даже не буду спрашивать, что у тебя там за чпоки на заднем плане. Это видео, я надеюсь, попадет на форум мультиплеера, и все эти люди будут забанены. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. На этом видео обрывается, но я для своего видеоролика ставлю сюда вот эту всем поднадоевшую картиночку. В общем, какие мы можем сделать выводы? Вывод первый. Этот человек, находясь со мной в одной компании, просит меня забанить. Вывод второй. Наш герой Александр судит обо всем контенте канала по одному видео и о человеке по одному единственному, опять же, видео, которое располагается на его канале на YouTube. Ну вот скажите мне, ну хоть раз я при ком-нибудь из вас матерился? Третье. Вот спросите у любого из ребят, которые стоят в нашей компании, с кем я ездил в конвоях, хоть раз я при них что-нибудь нарушил, кого-нибудь из них подрезал. В общем, факты, ребят, перед вами. Можете думать. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. До новых встреч.